День матери в нашем районе становится все более популярным и уважаемым. Убедительное свидетельство этого – проведение еще одного интересного мероприятия, посвященного предстоящему празднику. В наше время человеку, оставшемуся по каким-либо причинам без работы, найти ее бывает не всегда просто. Конечно, рабочие места есть, но отвечают ли они квалификации, возможностям и потребностям соискателя? Для того, чтобы получить положительный ответ на этот вопрос, нужно провести большую работу, перебрать множество вариантов. Реальную помощь в трудоустройстве готовы оказать в центре занятости Славянского района. Именно для этого накануне замечательного праздника Дня Матери здесь провели мини-ярмарку только для представительниц прекрасного пола, профессиональный мир женщин с приглашением специалистов, заинтересованных служб и ведомств и работодателей. Это мероприятие вызвало большой интерес у женщин, ищущих себе работу. Всегда стараемся собрать большее количество работодателей, большее количество безработных, пригласить наших соцпартнеров и рассказать людям о всех возможностях, которые могли бы им помочь в данной ситуации. То есть иметь доход, зарплату получать. Кроме содействия в поиске подбора подходящей работы, есть возможность, если такой работы не находится, найти переобучение, обучение, получить новую профессию, получить какую-то востребованную на рынке труда ту профессию, которая поможет трудоустроиться. Одна из услуг – это самозанятость. В этом году уже открыли ИП и получили материальную единовременную финансовую помощь в размере 291-124 человека, и один находится на стадии согласования бизнес-плана. Открыли свой бизнес-план и прекрасно работают. На мини-ярмарке выступили представители Центра занятости, налоговой инспекции, Управления социальной защиты населения. Мы работаем в тесном контакте с Центром занятости по вопросу оказания незащищенным слоям населения, малоимущим государственной социальной помощи на основании социального контракта, в поисках работы, на ведение личного подсобного хозяйства, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности для того, чтобы наши граждане, обретая материальную помощь, начали развивать свое дело и тем самым повышали свой уровень дохода семьи и жили лучше. Работодатели рассказали об имеющихся вакансиях, о служебных обязанностях, условиях работы и заработной плате. Нам требуются женщины в коллектив, у нас сеть магазинов продуктовых, нам требуются продавцы, кассиры, работники зала. Ведем набор как на почасовую оплату, так и с полным графиком, со сменным. Вот. Очень надеемся на то, что сегодняшняя встреча принесет свои результаты. Наш детский сад небольшой, находится на улице Ленина, 74. Уютный детский сад. Нам нужны дворник, медицинский работник и младший воспитатель. Мы очень рады, если вы придете к нам. На мини-ярмарке можно было получить консультации юриста и специалиста по трудовому законодательству, побеседовать со специалистом-психологом. Специалисты службы занятости содействовали размещению резюме на интерактивном портале «Работа в России». Все это поможет найти достойную работу. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».